найдется ли место в гараже и применение старым носкам. Ну вот у меня находится такой лайфхак, использую уже пару лет. Что я делаю? Я беру старые носки, отрезаю у них как бы носок. Иногда бывают дырки, иногда я сам их прорезаю на месте пятки. Одеваю на руку вот таким вот образом. Этим защищаю манжеты чистовой одежды. Ну и когда одеваешь перчатку, нет участков кожи, который может испачкаться. И когда ты что-то сделал, не приходится там долго отмывать руки. Просто снял и выкинул.